Дополнительные опции данного стола являются напряжение на 220 вольт, набор форм для финишной и промежуточной обработки пиджака и брюк. Данный стол укомплектован у нас формами для финишной обработки пиджака. Дополнительно компания Primula на выставке Техпроцесс 2017 представила еще ряд дополнительных опций. Такая как дополнительная портативная педаль для включения вытяжки и поддува, так как не всегда удобно при использовании дополнительных форм включение и выключение поддува. Также система освещения, которая устанавливается на каминную вытяжку. Дополнительная подставка под дополнительный утюг и система распрыскивания воды при разутюживании подкладки.